Всем привет! Этот выпуск создан по мотивам сериала «Игра в кальмара». Перед просмотром этого видео настоятельно рекомендуется ознакомиться с данным сериалом, хотя бы с первой серии. Хотя, чтобы понять сутку с печенькой... В общем, если вы не знали, чем занять себя на ближайшие 9 часов, то теперь у вас есть хороший вариант. Приятного вам просмотра! Парни, я так рад, что мы с вами в Корее. Надеюсь, здесь не произойдет ничего. Что ж, привет, парни. А, черт. Что? Вы знаете его? Не, я никогда не встречал этого парня. А вот я тебя знаю. Тебя зовут Мули, у тебя 5 миллионов подписчиков. Длина твоего члена 6,5 сантиметров. Ты был арестован за то, что ударил мальчика в инвалидном кресле. И ты задолжал 84 доллара австралийскому правительству за то, что нассал в общественный фонтан. И у тебя нет таких денег, не так ли? Неужели это правда, Мули? Джуси, ничто из этого не правда. Вообще-то правда. Ты опубликовал это в Инстаграме, помнишь? Ты думаешь, если ты инвалид, то я тебя не отхреначу? Походу, это правда, парни. Походу, я опять смешивал текилу с метом. У меня большие проблемы. Но есть хорошая новость. Все твои проблемы могут исчезнуть, если ты захочешь сыграть в небольшую игру. О, ты имеешь в виду, типа, игру в кальмара? Лол, блин, чего? Игра в кальмара звучит как какое-то дебильное дерьмо. Нет, блэкджек, идиоты. Где еще можно поднять бабла? Мистер Странный Кореец, но я не знаю, как играть в блэкджек. Ты что, ударил его? Что ты себе позволяешь? Ты не можешь вот так просто брать и бить. Нельзя же! Да ладно, доктор, ударил ребенка! Нельзя просто давать пощечины всем вокруг! Ты ударил представителя меньшинств! Он взялся из ниоткуда и начал бить людей! Кто-нибудь помогите, у нас тут маньяк-пощечник! Эй, что здесь происходит? Вы тут обсуждаете игру в кальмара? А что, чувак, ты хотел подзаработать деньжат? Ты хотел подзаработать деньжат? Парни. Чувак, у того парня какая-то мания на пощечины. А это кто? Почему он в дождевике? Да, смотрите, не чтобы придумать что-нибудь оригинальное, он просто нацепил кнопку PlayStation на голову. Парни, он просто косплеит тампон, он просто косплеит тампон. А, в натуре. Посмотрите на него. Заткнитесь, все вы. Вы все согласились быть здесь и сыграть в игру. Нет, нифига. Я ни на что такое не соглашался. Вы же устанавливали лаунчер от Epic Games. Конечно, я люблю Fortnite, да? Дайте-ка угадаю, вы просто пролистали пользовательское соглашение до конца и нажали «Я принимаю условия», не прочитав его. Ну да, и что такого? Все так делают. Да кто вообще читает эти пользовательские соглашения? Что ж, если бы вы прочитали пользовательское соглашение, вы бы знали, что также соглашаетесь участвовать в смертельных играх со своими друзьями. В любом случае, давайте поиграем, порискуем жизнями, повыигрываем деньги. Погоди, погоди, а если мы не хотим играть в игры? Ну, технически, да, вы можете сделать это. Если большинство проголосует «за», то вы можете выйти из игры. Я за остановку. А я за продолжение, потому что я хочу себе ту кормушку для птиц, да и кровати здесь удобные. Я тоже хочу продолжить. Да. Я голосую за выход, потому что я не хочу играть в это тупое дерьмо. Да, технически тебе нельзя голосовать. О, да, у тебя же нет гражданства. Только не говорите, что здесь оно тоже нужно. О, ну а как ты хотел, дружище? Эй, мистер, мистер Тампон. Мы в США чтим честное голосование, но если вы не гражданин, ваш голос нахрен никому не нужен. Это как быть женщиной, чувак. Твое мнение никому не важно. Мы с Джуси за продолжение, и мы выиграли. Да, давайте играть, я люблю игры. Добро пожаловать на нашу первую игру! Красный и зеленый! Что за... Это как та школьная игра? Нужно бежать, когда он показывает зеленый цвет, и стоять, когда красный? Ага! Если двинетесь, когда поднят красный цвет, вы умрете! Это как-то тупо! Я не знаю, я не хочу в это играть! Эй! Это какое-то гейство! Ага! Это и есть гейство! Может, просто перейдем ко второй игре, а эту скипнем? Кто думает, что эта игра... Это какое-то гейство?
Поднимите руку. Хоть здесь-то я могу голосовать? Думаю, что нет. Это какое-то гейство. Что здесь вообще происходит, парни? Я думал, мы будем играть типа в голодные игры, но с кальмарами. Да, я не видел тут кальмаров. Добро пожаловать, парни, на следующую игру, которая проверит вашу дружбу на прочность. Ваша жизнь поставлена на кон. Все, что вы делаете, может приблизить вас на один шаг к смерти. Это было круто. Итак, все вы видели сериал. Вырежьте фигуру из печенья, сломайте ее, вам хана. Джуси, ты что, решил просто съесть свою? Эй, 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 ты, эй, стой! Ай, я просто голоден! Печеньки нельзя есть! Но я был голоден! Следующая игра. У нас тут две дорожки, и на каждой находятся площадки из стекла. Какие-то из них довольно прочные, какие-то очень хрупкие, как мои отношения. Вы должны догадаться, какие из них прочные, и добраться по ним до конца. Очевидно, мы должны решить, кто пойдет первым. Я не хочу быть первым. Не говори так, а то все подумают, что ты гей. Окей. Левая или правая? Левая. Потому что я фапаю левой. Увидимся на той стороне. 3, 2, 1. Он сделал это, парни! Я сделал это! Вот так нахрен! Отсоси, тупая игра! Вы готовы? Да, да. 3, 2, 1. Охренеть! Он сделал это снова, что? Возможно, они все правые. 3, 2, 1. Нет! Эй, я поставил деньги на этого зеленого идиота! Я поставил $1 миллион на зеленого ублюдка! Твою ж мать! Джерри! Надень свою одежду, мы вообще должны носить маски! Да я не верю во всю эту чепуху с коронавирусом! Лучше найди мне с кем повеселиться, например, с той красной жопкой! Эй, ты! Подойди-ка, лапочка! Давай! Эй, ты обязан! Ну же, подойди и почеши мои жировые складки! О да, погладь мое пузико. О да. У меня в штанах волшебная лампа, выпусти из нее джина. Черт. Ладно, парни, кто пойдет следующим? Чур не я задел кончик носа пальцем. Да ладно, кто-то должен. О, господи. Пришло время для Питера. Что? Простите, парни, налево или направо? Да, это было странно. Давай, Мули. Пошел. Да, давай, Мули, иди вперед. Продолжай. Еще одна справа. Слева. Налево. Парни, осталось всего 4 хода. Эй, какая из них? Какая из них прочная? Левая. Он сказал правая или левая? Он сказал правая или левая, одно из двух. Так которая? Мули, шансы 50 на 50. Сделай это, чувак, сделай это. Эй, посмотри на меня, Мули. Да? Я верю в тебя, чувак. Я верю в тебя. О, ладно, черт. Давай, чувак, пошел. Пошел. О, мой бог! Я сейчас так волнуюсь! Ты так близко! Да, пошел ты, розовый чувак! Пошел ты! Окей, направо или налево? Направо. Направо, окей, я доверяю тебе, Джош! Uno, dos, и... О, мой бог! Мы сделали это! Я сделал это! Если я ударю тебя по лицу 4 раза, у меня активируется неуязвимость в GTA San Andreas. О нет! О нет, Джош!